построено, получается, море. Вот, ребята, сейчас я вам расскажу, что мы там корабле едем. Идем сразу, самое интересное построим. Очень сильно крутит, так что... Огромную роль в жизни древних новгородцев было важным связующим звеном на пути из варяг в греки. Да и сегодня по Ильму пролетают маршруты грузового и пассажирского транспорта. Озеро занимает очень большую площадь, это одно из самых крупных озер северо-запада России. Длина его 47 км, ширина 38 км, средняя глубина небольшая, около 2,5 метров. Самые глубокие места не более 10 метров. Это огромное по своим размерам для нашего города. Озеро питает около 50 рек, среди них самые крупные места Волги. Ну а вытекает лишь одна река, это Волхов, через 24 км. Отсюда она впадает в Ладожское озеро. Славянское море или Ильмень было любимо и уважаемо новгородцами. Предания и былины, пословицы и поговорки связаны с этим замечательным озером. Не случайно в древнем Новгороде любили очень поговорку: «Тяжела в Новгороде жизнь, дабы не море, куда бы делся». Ну а сегодня озеро также вдохновляет современных поэтов. Мы находимся в Великом Новгороде, а жили мы в Ромашково. Вы не представляете, какой тут красивый вид. Но мы уже очень долго едем, становится скучно, я решила записать видео. Очень красивый вид, как вы видели. И, кстати, не беспокойтесь, что там такая громкая музыка. Ты мне не нырнешь туда, нет? Thank you.
идем мочить нож. Ну что, проверила на себе? После нашей прогулки идем как к своей маме. Зайчики, блин. Зришь, откушаешь шоколад.